Американские СМИ распространили кадры резонансного убийства темнокожего мужчины в штате Миннесота в прошлом году. Афроамериканец, которого остановили из-за разбитого габаритного огня, был застрелен в своей же машине. Он даже не успел выйти из салона, как полицейский открыл стрельбу. Это кадры с видеорегистратора патрульной машины. В минувшие выходные суд присяжных оправдал стрелявшего полицейского. По Миннесоте прокатились протесты, сотрудники правопорядка разогнали демонстрантов.